Здравствуйте, в эфире программа «Новая я. Воплощенная мечта». И я ее ведущая Самира Сая. В сегодняшнем выпуске вы увидите, как прошла пластическая операция нашей главной героини, а также мы встретимся с Айзаной лично, чтобы узнать ее ощущения. В медицинском центре Гиппократ нашей главной героине сделали липосакцию живота, подбородка, а также подтяжку лица. Ну а после операции наша главная героиня отправилась еще раз к психологу. Привет, Сайзана. Скажи, пожалуйста, как твои ощущения на сегодняшний день? Привет. В принципе, у меня все отлично. Вначале была, конечно, тревожность, все-таки была боязнь. Как это так, ложиться под нож и так далее. Но уже видя результаты, которые положительные, у меня сейчас, в данный момент, можно сказать, спокойствие на душе. Скажи, пожалуйста, Сайзан, как твои близкие отреагировали на то, что у тебя перемены в жизни и ты меняешься? В принципе, дети, родные, волнуются за меня, конечно, и они очень ухаживают за мной. Родители вообще переживают вот до сих пор, они уже люди в возрасте, конечно, они очень переживают. Каждый раз с утра встают, мама всегда белое молоко, то есть по тувинскому обычаю. И когда у меня операция или что-то такое, обязательно идет в хюре и ставит свечку. Если я тебя правильно понимаю, ты ощущаешь заботу и поддержку очень приятную для тебя, от близких тебе людей, семьи. Как же к этому отнесется муж? Да. За 2 дня до его приезда мы с ним по телефону чуть-чуть поругались. Он с утра позвонил, по вайберу мне звонит. Я свое лицо не показываю, я показываю Лялю, то есть рядышком Ляля лежит, они разговаривают, очень долго разговаривали, потом дошло до мужа, что «А ты что лицо свое не показываешь?» Я говорю, ты уж приедешь, там завтра, послезавтра приедешь, увидишь. «Ты что там натворила? Что там случилось? Давай показывай». Я говорю, «Нет, не буду показывать». Потом на следующий день он мне позвонил, говорит, «Я все там, ты прочитал, все узнал. Ты это, если б я был, я бы тебе не разрешил», говорит. Ты как это не побоялась под нож ложиться? А вдруг там какой-нибудь нерв задели бы? Ты бы осталась там, какая-то парализованная. В общем, у него такое мрачное видение всего. Через час позвонили, все уже нормально, все забыли. Приехал он меня вообще со всех сторон, обложил этой лаской, уходом. Кардинальные изменения и постоянная работа над собой – это большой стресс для организма. Но наша героиня прекрасно справляется со всеми испытаниями. А о том, как она себя чувствует, мы узнаем прямо сейчас. Сайзана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие ощущения вы испытывали во время операции? Перед операцией, конечно, ставили местный наркоз, местную анестезию. Сам укол, конечно, был болезненный. Есть такое неприятное чувство. Но потом уже в процессе вообще операции я, в принципе, боли не чувствовала, но я все слышала, все видела, как все проходит, разговаривала, смеялась. Но с другой стороны, конечно, есть обратная сторона. Это постоянное ношение повязки, оно сдавливает с двух сторон. Вот здесь у меня везде синяки, которые, слава богу, уже пропадают потихонечку.
И корсет тоже давит, очень неудобно ложиться спать, там вставать, садиться. Вот есть такие минусы, конечно. Ну, что ж теперь, надо идти вперед. А теперь давайте поговорим об изменениях в целом. За время нашего проекта вам потянули лицо, сделали липосакцию живота, вылечили зубы, а также составили новый рацион питания. Поделитесь, пожалуйста, какие результаты вы видите на данный момент. Уже есть, конечно, уже у меня подбородок пропал. Здесь очень так красиво, даже здесь полоски у меня пропали. Да, действительно, я уже вижу результаты подтяжки лица. И после липосакции мы потеряли 3 килограмма. В объемах у меня уменьшение идет, чему я безумно рада. Вот такой вот результат. Также в следующем выпуске смотрите, как специалисты создают модные образы для нашей участницы. А чтобы ежедневно следить за съемками проекта, подписывайтесь на наш инстаграм «Новая я. Воплощенная мечта».